баскетбольной подтягивается народ в зал. Итак, матч начался. Денис завладел мячом. Кевин Пангас. Шенгель идет 3-секундную зону. Мяча не дождался, дождался проход. Атака. Она не сделала проход. Подсчет. И нет. Добивание. Шенгель идет 3-секундную зону. Мяча не дождался, дождался. Хотя брать ответственность за бросок. Снова пас. А время идет. Холлинс пошел сам. И прекрасно. Еще два добавил Холлинс, напомню. И вот первый. Пока довольно легко играют обе команды. С азартом, с куражом. Акцент явно на атаку. Для канадца со славянскими корнями. Шенгелия. Обманывает сейчас Зубков очень удачно. Скидка на дугу. Хэкет. Дальний бросок. 3 очка. Очень заметно пока канадец фигура. Скидка на уйти. Сербскому Николе. Вот он в кадре. Ну что ж, Наутинов становится пока лучшим снайпером текущего матча. 6 очков. Двоих уже добыли команды. У нас пока довольно зрелищный и весьма результативный матч. Болельщики довольны. Интрига налицо. Зенит пока ни в чем не уступает ЦСКА, несмотря на определенных команд. Холлинс. Прочнел Милутинов. Не пошел Холлинс. Почти разумно отдал на дугу. И шел отдыхать. Набрав 7 очков. Ну, пропустили Джеймса, конечно, так собрание игроков командного штаба «Зенита». Тренерского, естественно, кубки. Память Александра Яковлевича Гомельского, замечательного нашего тренера. Перехват ЦСКА. И 2 очка. Да, конечно, армейцы. Команд. Я болею за ребят, которые играют. Например, в том же «Зените», за Виталика Тридзона, да, болеют. Потому что много времени двух таких топовых игроков. Да, Андрей, и знаете, сегодня поймался на мысли, глядя на скамейку ЦСКА, как же не хватает Воронцевича, да? Как-то непривычно, да? Привыкли, да? 14 лет ЦСКА. Вы заиграли. Воронцевича привыкли видеть, вот. Но для многих команд сейчас, как бы, есть свободный агент, грызть паркет и стараться до самого конца, вот. Но, опять же, я понимаю, что 35 лет — это все-таки возраст, и там... Не себя в баскетболе, а баскетбол в себе, да? Настоящий боец без страха и упрека и, конечно, фанат этой игры, в хорошем смысле этого слова, дай бог. Капитан команды национальной сборной, поэтому этим все сказано. Кстати, интересный момент. Капитана баскетболисты выбрали, да, было? Ну, тот же, например, Карл Хайнц, который был долгое время в ЦСКА капитаном. Абсолютно говоря, вот даже когда смотрю игры, да, ну, потому что под впечатлением или под влиянием прошлого сезона никак не могу там в Евролиге или в финале 4. Нет, ну, конечно, Андрей, вы правы, даже скамейка. Хоть он действительно проделывает огромную работу какую-то такую чернорабочую, вот, но он немножко выпадает, а все остальные очень смотрятся органично. Он, знаете, вот в моем личном... ...и все ограничения, которые там предлагает и Роспотребнадзор, все равно мы должны их соблюдать. Никита чуть получше бросок, Никита чуть получше в защите, только чуть бегущий. И Шенгели вот, чуть-чуть повыше. Да, чуть повыше. А такой же похоже, согласен. Да. И какой красивый бросок. Вот, ну, к моему стыду. Не этот сезон, а, естественно, к моему стыду. Не знаю даже, да, кто чемпион Испании. Пангас отвечает. Минута второй части у нас началась. Об этом объявляет диктор. Очень опытный разыгрывающий, прям не чурается игры с мячом. Очень активен. Отрестал Айон и Колтон Айверсон. Ну, Антон Пушков в команде остался цифровой, да. И Форвард также покинул команду «Зенит» Тим Абрамайтис. Ну и 7 новичков. Пангас, Бэрон, Кейси Риверс, Фридзон, Захаров, Гудайтис и Пойтрис. Вот как раз Алекс. Очень плотная. Сейчас показалось, фол был в атаке. Нет. И не форсирует события ЦСКА. Пока армейца все устраивает. Дальний бросок. И бросок точенный. Риверс. Снова сольный проход. И 2 очка. Под ней всю карьеру, собственно говоря, и проводит. А карьера уникальная. Будет пауза, расскажу. Фойхман. Дальний бросок. Очень уверен для Милутинов и Шенгелия. Две звезды европейского баскетбола. Клайберн. Два не потерял мяч. Нет, сохранил. И все-таки потерял со второй попытки. Ответ «Зенита» и Уилл Томас. Не точно, сейчас атака армейцев. Сложный мяч вылавливает сейчас Пойтрис и забивает. Браво, Алекс, браво. Пангас.
Отлично. 58-49. И 5-35 до конца третьей четверти. Ответ ЦСКА. Очень удачно. Новая атака. Издали решил Джеймс бросить. И супер удачно. Не принимает сейчас кольцо бросок Пангаса, но на подборе Алекс... Остальные набрали. 53-52 в пользу ЦСКА. И атака именно армейцев. Джеймс. Уже мне кажется... Голевую передачу Майка Джеймса. Ответ Зенита и красиво. Новый капитан команды пошел сам, и его эффектно зачехлили. Красивый очень блокшот. И ответ ЦСКА не менее красивый. Уже чувствуется очень приличную форму. Оба набрали. И грузин, и серб. Напомню, звездные новички ЦСКА армейского клуба. Очень, конечно, сильный индивидуальный баскетболист. Что там говорить? Вот, ну и он, надо сказать, что сильно такую возможность и состав, что они должны думать о том, как выигрывать. Сергей Валерьевич, ваше мнение вообще, вот, тем временем Полин за трех... Да, вот эти наши ближайшие планы в ноябре. Наверное, нам будет опять сложно, потому что опять три команды в Евролиге. Основные наши игроки в большей степени играют в... Пойма, да, для интриги, да. Разные возможности. У нас есть 5 команд, у которых возможности... 7 человек покинуло команду. Большая ротация, да? Сложно будет по сквали, как вы думаете? Ну... 4 секунды на атаку у ЦСКА. Шенгелия. Подбор за Томасом. И снова мимо. Третья попытка. И на диване. Сейчас бежать. Сломя голову вперед Пангасу. Заброс вперед. Скидка на понитку и 2 очка. Ну, сейчас ЦСКА, безусловно, вместе с Пойтрисом. 2 новичка Зенита. Напомню, канадец и американец. Защитник и тяжелый форвард. Томас. Полукрюк. Здорово. 75. Ну, самая концовка нас ждет интригующая, увлекательная. Пока 77-75 в пользу Зенит. Ну, атака ЦСКА. И что? И ничья в матче. Вторых. Чекет. Пас под щит. Потеря. Успевает, да. Успевает Милутинов за 0.